Пока, малыш. Жди к ночи. Тоже. Тоже. Будь осторожен. Хорошо? Слушаюсь, товарищ начальник. Если встречу контрабандистов, попрошу их перенести свое злодейство на другой день. Скажу, что дома меня ждут две красавицы. Да на тебя. Все, пока. Идем, идем. Не потихой плачу воды, никто не расскажется. И все все понимают, пока состав их под откос катит. Не знаешь, кто ты крайний, самое время стать им. Свету через тьму, в лабиринте лжи. Вопреки всему, надежды нить удержи. Не выпускай из рук полную потерь жизнь. Мертвой хваткой держись, держись, держись. Свету через тьму, лабиринте лжи. Вопреки всему, дорогу идти пятеро лаптей сплести. Ты чего не ешь? Гречка твоя любимая. Ты, может, заболел, Егор? Может, маслица мало? Даша. Даша, не открывай, не... Что, не открывать коробочку или дверь? Ну,
Не смущай меня, мне очень важен настрой. Трудно, наверное, строиться, когда в дверь так тарабанит. Давай я открою. Сейчас. Егор, у нас труп. Поехали срочно. Дашь привет. Егор, ты идешь или нет? У нас тут свежий труп. Насколько свежий? Ну, еще вчера чай пил. Пуэр, кстати. Очень смешно. Офицер таможенник Антон Серегин. Застрелен из охотничьего карабина. 3 выстрела в тело, 1 в голову. По улице, как не бывало. Хорошенький денек я выбрал, чтобы Даше предложение делать. Ну ты отмени. Жену все. Вашему мужу никто не угрожал? При мне нет. Как вы думаете?
Назови их имена.
Что это за сватовство такое, а? Не задумалась, красавица, почему? А ты еще расскажи, атаман, что тот, кого она всю жизнь считала отцом, ей не родной. Вдруг захочет Дарья настоящего найти.